бесконечно. Михаил Гуляев. Такой, какой он есть. Первые соревнования, это там на Московском, это здание, по-моему, приехали, это даже и не было этого формы-то самой, кимоно-то не было, так они что-то возились там. Вот. И, ну, а потом Андрей Николаевич говорит, вы последите, чтобы он не бросил, тут что-то есть. Сразу внимание об этом. Взгляд был уже такой цели устремленный, и видно, что он с большим желанием занимался, то есть очень с самоотдачей, поэтому к таким обычным детям тянешься тоже, то есть ну, взаимно. Вот. Когда ты хочешь сам, хочет твой воспитанник, пусть маленький, то из этого может что-то вообще получиться. И из этого действительно получилось что-то. 2008 год. Золото на первенстве России и бронза на Кубке мира. Золото уже на чемпионате страны, этапе Кубка мира. 2010 год. Золото чемпионата России и гран-при в Роттердаме. 2012 год. Первое место в командном чемпионате мира в Бразилии. 2013 серебряная медаль командного чемпионата Европы. 2014 серебро на чемпионате мира в Челябинске. Золото большого шлема в Париже. 2015 год. Бронза чемпионата Европы и бронза европейских игр в Азербайджане. А также серебро чемпионата мира в Казахстане. 2017 год. Серебро чемпионата мира в Венгрии. Не надо ли добавлять, что его путь по спортивной лестнице выше всяких похвал. Его в сборной называют «Пуля». Смог ли он, так сказать, в каком-то другом виде спорта так себя проявить? Ну, я думаю, что нет. Как говорит Миша, это не мои медали, это наши общие медали, наши, с тренером. Андрей Попов стал тем самым тренером, который взял маленького парня из рук родителей и вывел зрелым мужчиной на мировые арены. Я вообще считаю, что самый идеальный вариант для тренера – это воплотить в ученики свои востребованные амбиции. Поэтому это ну, двойная такая энергия вот, получается. И реально я, наверное, даже справился больше. Выиграл он по залу я ходил, как, ну, в общем-то, победитель. Самое запоминающееся событие в спортивной карьере.
Самое запоминающее событие, когда стал вторым на чемпионат мира в Челябинске. Был первый такой серьезный результат, поэтому запомнилось больше всего. Ваш самый сложный соперник? Самый сложный соперник был такой израильтянин Голан Полок. Был длинный такой, долговязый, мне было очень сильно неудобно бороться. Поэтому раз два или три я ему проиграл, не помню, даже помню, ни разу не выиграл. Ваш спортивный друг из числа соперников на соревнованиях? Камал Ханмагомедов. Мы с ним были в одном весе, у нас была с ним конкуренция. При одинаково шли, вот, и как бы, ну так, а в жизни мы нормально дружим, общаемся. Лучший день в спортивной карьере? Наверное, тоже вот Челябинск, второе место. Худший день в спортивной карьере? Худший день. Проигрыш на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По 10-бальной шкале оцените, все ли вам удалось сделать в спортивной карьере, о чем мечтали? Ну, не знаю, как самые главные медали нету с Олимпийских игр, так что считаю неудовлетворительно. Троечка? Троечка, да. Какие планы сейчас? Сейчас начал тренировать детей. Буду надеяться завоевать уже с воспитанником олимпийскую медаль. Пожелания юным дзюдоистам? Тренируйтесь, верьте в себя, и все получится у вас. И несколько слов о кимоно Fighting Fields, в котором вам удалось 3 раза стать серебряным призером чемпионата мира. Как вот закономерность, как только перестал бороться, сразу не стал проигрывать в чемпионате мира. А в Fighting Fields все 3 раза был призером. Посоветуете ли это кимоно новым поколением дзюдоистов? Конечно, советую. Все хорошие, кому как подходит, пробуйте, мерите. Рекомендую. Вот для великого спортсмена очень сложный, трудный переход в обычную жизнь. Здесь все другое. Я желаю Михаилу найти себя. Для себя хотелось бы, чтобы в тренерской стезе. Миша, хочу, чтобы ты весь свой опыт, всю свою силу воли и знания дзюдо передал подрастающему поколению. Миш, я очень рад, что что ты закончил спортивную карьеру, это всегда придет к этому завершению, да? Но я очень рад, что ты стал сейчас тренером, влился в наш коллектив тренерский, вот сейчас работаешь с молодежью. Я думаю, что твой опыт очень понадобится нашим ребятам, вот, и поэтому желаю тебе на этом поприще, чтобы у тебя тоже был такой же воспитанник, как ты у Андрея Николаевича, и чтобы ты точно так же выполнил заслуженного еще тренера Российской Федерации. Все, удачи тебе, Василий. Достиг всего того, что не смог сам достичь. Твои ученики, твои результаты не то, что перешагнули, а просто достигли максимум того, что можно достичь наши олимпийских медалей. Тебе просто получать от жизни удовольствие, и всего самого лучшего. Миш, я очень рад быть в твоем родном городе Рязани. Я тебя знаю уже много лет, очень много, с детства. Я желаю тебе быть здоровым и счастливым, так же, как и твоим ученикам, так же, как и твоей семье. И пусть вся твоя работа строится на любви и взаимопонимании, потому что от любви идет все, в том числе и кодекс дзюдоиста, который все человеческие ценности объединяет. Всего тебе самого доброго. Я думаю, что у тебя это все получится и очень хорошо. Всего тебе самого доброго, хорошего, настоящего.
Михаил, я лично и от всего лица коллектива спортивной школы «Дзюдо 88» города Владимира мы хотим пожелать тебе успехов в твоем новом пути. Знаю, что дзюдо – это путь гибкий, и ты, как заслуженный легендарный спортсмен, все у тебя получится, ты найдешь свое направление из-за своего жизненного опыта, багажа знаний, будешь им делиться. Главное, верь в себя, и мы в тебя верим, и всегда ждем гостя с мастер-классами. Давай, босс! Миша, поздравляем тебя, ты вступил на новую ступень своего развития, и встречаем тебя уже в роли тренера и наставника. Удачи! Миша, в новой должности, в тренерской карьере, желаю, чтобы у тебя воспитанники стали чемпионом мира и олимпийских игр. Удачи! Миша, ты добился прекрасных результатов как спортсмен. Я уверен, что весь твой опыт, все твои качества характера помогут тебе добиться еще большего на твоем новом поприще. Миша, я тебе от всей души желаю здоровья, исполнения всех твоих планов и успехов тебе во всех новых начинаниях. Воспитанники добились лучших результатов. Желаю счастья, здоровья, счастья. Я желаю, чтобы ты всегда побеждал, получал медали. Внимание!
Терпение мальчикам, да и не хватает. Так, звали Пуляева, пришел Беслан Мудранов. Надо еще громче звать Пуляева.